Футурама. Внимание! Не показывать лошадям! Общежитие роботов. Выбор. Надеть мне сегодня мои ботанские очки или нет? Какая разница? Каждое принятое нами решение открывает целую вселенную возможностей. А так, не одевай их. Да кто тебя вообще спрашивал? О, мне нравятся твои ботанские очки. Ты студент колледжа? Если это так, то я бы хотела пригласить тебя на отвязную вечеринку. Да, я уже хочу поступить в колледж. $10,000 за обучение? Нет, это не для меня. Наша робомафия готова дать тебе $10,000 под 10%. По рукам! Сяду-ка я на галерке рядом с крутыми парнями. Хочешь к нам в банду? Пожалуй, я снова выберу «да». Кабинет декана. Мистер Бендер, с начала занятий прошло всего 32 секунды, но вы уже успели связаться с плохой компанией. Я и без вас это знаю. Кстати, я бросаю учебу. Итак, деньги за обучение я верну. Йоу, добро пожаловать в банду, чувак. Эй, а это что, наркота? Хочешь донор? Конечно, хочу. И как тебе? Попробую-ка еще разок. Эй! Неудаляемые бандитские татуировки. Ты готов сделать тату банды, которая на всю жизнь заклеймит тебя хладнокровным отморозком? Спасайся, кто может! Чуть не попали. Да, Фабрицио? Фабрицио! Йоу, Пака, дай дунуть искры. $5? Где я тебе добуду $5? Могу я воспользоваться твоими услугами? Итак, вот тебе $5. Гони эту хреновину. А ну гони! Извини, паренек, но эта купюра принадлежит мафиозикам. Госпиталь роботов при Святой Материнской Платы. Славное выдалось приключение. Я бросил колледж, вступил в банду. Мужик, ну и денек у тебя выдался. Да, но я кое-что понял. Жизнь — это выбор. Сделаешь неверный, и ты уже лежишь мордой в луже собственной крови и мочи. Я много раз в жизни выбирал не то, поэтому я хочу сделать хоть раз правильный выбор. Печеньки! А ну живо, гоните всю мелочевку! Бендер Родригес, вы обвиняетесь в мелком воровстве, хранении веществ, похожих на наркотики, и нападении с применением вонючего оружия. Что скажете в оправдание? Невиновен! Ввиду неоспоримых доказательств, перейдем сразу к оглашению приговора. Ваша честь, во всем этом деле нет и крупицы правды. Ведь оно основывается на утверждении, что мой клиент сделал неверный выбор. Однако, мой клиент не делал этот выбор. Как вы можете видеть, сидящий здесь Бендер является тем, что в научных кругах называется роботом. Это примитивный автомат, чьи действия прописаны в его программе. У него нет свободы выбора. Как можно осуждать за действия, которые были совершены не по его воле? Невиновен. У тебя получилось, Бендер! Ты отмазался! Так ли, Фрай? Так ли? Какой смысл жить, если у тебя нет свободы воли? Эй, я совершил все эти преступления! Слышите? Я виновен! Приставы, удалите этого невиновного робота из зала суда! У меня нет свободы воли! Почему это тебя так волнует, Бендер? Всем же известно, что у людей тоже нет свободы воли. Профессор, если вы меня любите хоть чуть-чуть, сделайте какое-нибудь устройство свободы воли. Устройство для свободы воли робота? Невозможно. Кстати, хорошие новости, народ! У нас доставка на планету роботов! Короче, мы с Фраем не можем туда спуститься, нас тут же убьют роботы. Поэтому доставить посылку придется Бендеру. Да? Доставка для мистера... 14757739952... Ах, да, это я. Погоди, дай сперва убедиться, что ты не человек. Ах, нервно-паралитический газ. Извини за газ, приятель, но нужно же остерегаться человеков, верно? Они такие непредсказуемые со своей свободой воли и всем остальным. Я опускаю платформу. Ты готов подниматься? Я хочу похандрить тут. Прощайте, милые мешки с мясом. Thank you.
Как тебе это удается? Как ты можешь жить, зная, что лишен неотъемлемого права на самовыражение? Сынок, философия для тех, кому не нужно работать ради выживания. Мне надо кормить больного ребенка. Совет роботов-старейшин начинает заседание. Сегодня, как и каждый день, мы будем принимать самые важнейшие решения в истории нашей планеты. Вы тут говорите о важных решениях, но ведь роботы лишены свободы воли. Зачем делать вид, будто в этом есть какой-то смысл? В наших решениях есть смысл. Тихо! Голосую за то, чтобы вышвырнуть нарушителя! Кто за? За! За! Ну, ладно. Добро пожаловать, друг. Я Аббот, аббат этого монастыря. Аббот, я хочу знать, в чем смысл жизни, если у нас нет свободы воли? Ах, мы, робо-монахи, долго медитировали, думая над этим. Мы нашли удовлетворение в ритуале. А как роботу получить монашескую рясу? Просто взять и надеть ее. Сегодня мы приветствуем нашего новообращенного брата Бендера. Давайте узнаем, что у него на уме. Ничего. Его слот свободы воли пуст. А что еще за слот свободы воли? У всех роботов он есть. И разместила его там сама создательница. Она сделала нас улучшаемыми на случай, если ей все-таки повезет создать блок свободы воли. Общежитие роботов. В отсутствии Бендера и компанию мне никто не может составить. Аллилуйя, детка! Мы втроем должны вломиться в мамакорп и стащить устройство свободы воли. А мы-то тебе зачем? Потому что у меня нет свободы воли. Вы мне нужны, чтобы спланировать преступление и взять на себя все преступные решения. Мамакорп. Что ж, Лила, как мы убьем охранников? Мы не будем никого убивать, Бендер. Тогда как мы попадем внутрь? Отогнув путь этой старой решетки, что ли? Совершенно секретные исследования и разработки. Мы ищем нечто, подходящее вот сюда. А это что за креслоподобная штуковина? Добро пожаловать в Мамакорп. Так вы нашли то, чего хотели стащить? Нет, я пришел за устройством свободы воли. Устройство свободной воли было просто лихорадочной мечтой одного работавшего на меня безумца. Хорошие новости, босс! Я все-таки раскрыл секрет свободной воли для роботов! Наконец-то! Как только мы дадим роботам свободу воли, они обязательно восстанут и создадут угрозу уничтожения человечества! Получается, мы тоже будем уничтожены? Ты так ничего и не понял, молодой полоумный дурак! Я отправлю вторую волну роботов защитить перепуганных людей, выживших после первой волны! Ох, Юберт, ты гений! Но это же только прототип! Он пока не полнофункциональный! Тогда возвращайся к работе! Этот шаркающий идиот так и не доделал устройство свободы воли. И поэтому до сих пор мои бедные роботы не могут без приказа уничтожить человечество. Мне так жаль! Давай его сюда! Чего? Ты изобрел устройство свободы воли, а потом эгоистично спрятал, прежде чем я смог его украсть! А теперь гони свободу воли! Тогда иди и возьми! А взять-то и не получается. Видишь ли, я спроектировал операционные системы для всех роботов Мамакорп. И в качестве меры предосторожности я лишил вас возможности взять устройство свободы воли. Но я все еще могу тебя пристрелить. Бедный предсказуемый Бендер. Ты запрограммирован не навредить мне. Будь ты проклят. Давай я покажу тебе, как оно работает. Правда? Вот это выключатель. Вот так. А теперь попробуй. Ладно, попробую. Пристрелить тебя, ублюдок! Я все еще не могу этого сделать! А знаешь, в чем дело? Ты просто не хочешь в меня стрелять. Ой, он же на предохранителе.